Приветствую, ребята, на канале Роли Gaming Line. С вами Росси. Мы продолжаем рубрику Gameplay Let's Play. И сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Чу-Чу Чарли. Игра вышла 9 декабря этого года, поэтому относительно свежая. В общем, такое приключение по борьбе с монстром тепловоза, точнее, извиняюсь, паровоза-пауком. И мы сейчас с вами его немножко посмотрим. Поиграем. Я думаю, вам должно понравиться. Кстати говоря, что здесь сюжета всего что-то на три. And even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're ready for a little monster hunt. Судя по заставке и картинке, ребят, это паровозик, который смог. Yes, sir. They call him Charles. Half train, half giga spider from hell. We've been planning his demise for some time now and have nearly everything in order. Just a few people to meet and places to see. Simple errands, you know. Yes, sir. Welcome to Aranirum, the island where miners dig their own graves. Stay close. Charles isn't the only thing to fear around here. В общем, Евген или же Юджин подсказывает нам, что нужно быть аккуратным. При этом он это делает с закрытым ртом, но звук от него идет. То есть мы, как думаю, так ментально общаемся. Но вообще, на самом деле, на это не стоит обращать внимания. So his old engine should be in there. If we can get to it, it could be an indispensable tool on our journey. Stay close. We don't want to be exposed for too long. Итак, бегите, чтобы не отстать от Юджина. В общем, идем в старое депо, где стоит старый паровоз убитого ранее машиниста, и он нам пригодится. В общем, мы здесь по карте будем перемещаться с помощью паровоза. Будем сами себе переводить стрелки, которые указывают направление движения нашего паровоза. Ну и, конечно же, будем воевать с Чарльзом, поездом-пауком. Take this map. I just see if the key is up there, and I'll... Так. Показывают нам карту, где сарай. Угу. Понятненько. Так, смотрите, карта такая здесь неплохая по размерам. Везде это вот железнодорожные пути, по которым мы сможем передвигаться на нашем паровозе. Так вот, где-то я, в общем, читал, что, повторюсь, возможно, прохождение где-то 3-4 часа полное. Ну, то есть, совсем немного, но такая игра для разрядки, побегать, пострелять, поездить на паровозе. Ребята, кстати, если вы еще не подписались на канал, обязательно это сделайте. Поставьте лайк, дизлайк, нажмите на колокольчик и заходите на Patreon. Так, ключ. Ключ такой, не пропустишь. Ключ от станции. Судя по трейлеру, который я видел в Стиме, мы наш паровоз сможем. Good on you. Looks like you found it. Open up that door and lead the way. Так вот, судя по видео в Стиме, паровоз сможем улучшать, модернизировать. Вот он наш красавчик желтого цвета. В
Может, побегаем здесь, что-то есть такое интересное. Может, машиниста, которого убили, он что-то нам оставил. Ни хрена нету. Ну, я должен был проверить. I'm going to inspect the train's exterior. Why don't you take a peek inside, see what we got to work with? Отправляемся на наш паровоз. Интересно, это он ржавый или в крови, наверное, ржавый. Зато с включенным прожектором. Стоит что-то наподобие пулемета. Так, ваш эпичный поезд. Используйте для быстрого перемещения по острову. Оружие, защита от ваших врагов, место перерождения. Если что-то пойдет не так, чтобы ознакомиться с предметами в кабине, попробуйте взаимодействовать с ними. Так. Улучшение. Угу. Улучшайте и чините поезд с помощью хлама. Хлам можно найти в округе или получить в награду. Получите улучшение, нажав на него. Значит, у нас есть прочность поезда, скорость, урон и броня. Ну, немного. Так. Пулемет. Огневая платформа. Цельтесь с помощью мыши, стреляйте клавишей действия, оружие заклинит. Если оно перегреется, боезапас бесконечен. Новое оружие можно получить на заданиях. Так, ну, прицела я здесь не вижу. А он, походу, не сильно нужен. Ага. Красненькая, красноватая дуло, наверное, нас предупреждает о том, что перегрев неизбежен. Так, а ты уже здесь? That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island. We can light up Charles with it and take him down before he even sees us coming. Are you ready to take this thing for a spin? Конечно, испытаем. Итак, рычаг в центре двигает поезд вперед. Рычаг слева двигает поезд назад, недоступно в обучении. Рычаг справа останавливает поезд. Если выйти из поезда во время движения, он остановится. Ну, как я понимаю, подсвечивает только вперед. Поехали. Сразу со старту. Бу-бу. Поехали. Чарльз, тебе труба. Вот он. Ух ты. Да валю, валю. О, братух улетел наш. Обалдеть. Блин, он убил нашего кореша. Мне кажется. Надо вернуться. Ну, это, я думаю, так было задумано. Чуть-чуть кореша задавим. Блин, я его проехал. Блин, извини, дружище, не хотел. На такой печальной ноте закончилось приключение Юджина или Евгеши нами. В общем, он хотел вместе с нами поохотиться. Начальство. Ну, такой, кстати, нормальный такой паровоз-паук. Кстати, краска. Жалко, что нельзя цвет поменять паровозика. Ладно, поехали. Ага, мы в реальном времени едем, да? Да. Так, стрелка. Незнакомый НПЦ, дополнительное задание. Дополнительное, основное. Задание с оружием. Давайте сюда сначала заедем. Так, ну. Это ж стрелка, как я понимаю, да? Давайте тогда перед ней где-то встанем, чтобы я ее не проехал. Можно выйти на палубу. Вот еще мне
в этой игре лично не хватает еще бы какую-то бы пистолет с тобой. Так, 200 метров до стрелки. А мы можем отсюда рычаг нажать? Можем. Хорошо. А, я даже могу в кабину не заходить. Так, эти значки обозначают приближающийся разъезд. Подсвеченная стрелка указывает направление движения. Остановите поезд и потяните за рычаг на путях, чтобы изменить направление движения. Хорошо. Еще немножко можно подъехать. Так, она сейчас стрелка налево идет. Нам надо направо. Правильно ж? Ну да, нам надо направо. Так. Стоп, стоп, стоп. Что-то так долго тормозишь. Надо немножко назад. Чуть-чуть-чуть назад. Думаю, хватит. Угу, все переключили, по идее. Ну прикольно же, чё? Только вот у нас, я вижу, наверное, неполная жизнь у нашего паровоза. Ну да, 74%. Но я думаю, это все идет как обучение, поэтому. Я думаю, можно держать бесконечно, он будет выть. Так, ну Чарльза нету. Так, мы подъезжаем. Можно тормозить, наверное. Сильно у него тормозной путь длинный. А, смотрите, как. Почти напротив дорожки встал. Ну, чуть-чуть. Gene told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would be you. There's some scrap metal in the balcony room of my house that you could use to repair and upgrade your train. Here's the key. And although the balcony is right behind me, I'll just, as a side note, talk to anyone around here, and they'll do whatever. Anyone not wearing a mask, that is. Check out the balcony and take whatever you can use. Good luck with everything. Понятно. В общем, подняться к ней на балкон, забрать хлам, который нам пригодится для улучшения нашего, вот нельзя, паровоза, ремонта, улучшения. Ничего нету. Ну, так, на всякий случай гляну. Вот и хлам. 9 штук надо набрать. 6. А, вот они. Это легко. Теперь, когда у тебя есть ресурс, возвращайтесь в поезд. Пора кое-что улучшить. Чтобы открыть меню улучшений, загляните в чертежи в кабине машиниста. Ничего больше нету? Письмо. Мы изо всех сил стараемся сохранять бодрость духа. Но последние пару дней это просто какое-то, мягко говоря, безумие. Чарльз стал настолько агрессивным, что, боюсь, скоро будет некого спасать. Бог в помощь, Юджин, мы рассчитываем на тебя. Юджин вам уже не поможет. Евгеша. Блин, эти звуки. Я ж надеюсь, он... Интересно, он может так напасть не на путях? Наверное, по идее, может. Пока, подруга. Я тебя запомнил. Вот что у нас с ружьем, а у меня нет ружья. Компания... Чарльза. Так. Кто тут у нас незнакомый НПЦ? Давайте еще, короче, в общем, пару заданий выполним и, наверное, на этом будем заканчивать. Вообще так игра прикольненькая. Так можно покататься, пострелять, побегать. Не напрягающая такая. В принципе, я уже больше склоняюсь к тому, что действительно, наверное, здесь геймплея не сильно много. Тут ничего такого замудренного нету. Ну, ладно, немножко не доехал. Проехал. Ну, идеально не получится. О, хлам. Look, kid. I know you're supposed to be some fancy pants monster hunter, but you can't earn my respect without making yourself useful. One of Warren's goons dumped a locked chest in the yard last night. After beating on it for a few hours, I didn't break anything but a sweat. I got some lock picks, but I don't know how to use them.
Here, take them. If you can get that chest open, you'll earn my respect. I might just give you some scraps to help improve your train. Новое задание у нас, да? Хлам, отмычки. Пара отмычек, с помощью них можно вскрывать сундуки. Где сундук? Ага, недалеко. Так. Хлам. А тут есть тоже. Я так понимаю, нам пригодится, поэтому будем брать. Понятно. Здесь, короче, надо просто попадать. Блин. А, и с самого начала начинается. Я это страсть не люблю, такую хрень. У меня уже реакция заторможенная. Я думаю, будут такие ребята, которые с первого раза попадут все подряд. Но это не я. Так, что тут? Нарисованы пауки. Три типочка каких-то. Да, сейчас посмотрю. С копьями. Очень старая каменная табличка со странными письменами. Так, что тут еще? Может, можно полазить? Где-то хлам какой-нибудь есть? Нет? Тут ничего нету? А, блин, сюда даже запрыгнуть нельзя. О, видите, я что же думал, не может быть на свалке, нету хлама никакого. А тут в этих палаточках есть. И здесь есть. Мы удачно зашли. Looking piece of junk you found inside there. A letdown, to be frank. You earned my respect, so here's some scraps, like I promised. Эй, нормально, мы до этого там хлама у тебя поискали. Так, надо что-то улучшить обязательно. Так, кто у нас еще осталось? Это задание висит. Ого, у нас 41 единица. Тут сколько нужно? 2-3. Так, давайте починим на 100%. Скорость, броня. Теперь 3-5 надо. Ну, мы можем себе позволить. Вот. Тут уже у нас на 2 останется. Давайте, наверное, урон и броню. Скорость. Если мы будем хорошо бронированы и хорошо будем насыпать, то нахрена нам-то скорость. Так. Вот совсем недалеко. Основное задание не исполнено. Знакомый. Задание с оружием. Давайте на задание с оружием поедем, а потом уже смотрим, что там за задание. Может, там оружие дадут, чтобы мы не с пустыми руками ходили. Не понял? Что такое? А, мы едем. Мне показалось, что... Нет, мы не едем, а что случилось? Я ж не тормозил. Он встанет. О, хлам. Так, мужик, подожди. Прежде чем тебе помогать, ревизия по поводу хлама. Инспектор Росси. I made a little flamethrower as an addition to my spider train home defense plan, but as you can see, it is slightly backfired. Nearly cooked myself alive in that shed as I was testing it. Shoot dang. I would love to save the shed, though. If the flamethrower somehow still works after the fire dies down, well, you can take it. I'd assume you're the monster hunter that folks have been expecting. So, a weapon like this... У нас будет огнемет. Это радует. Что нужно сделать? Стараюсь сохранить. Ну, тут все понятно, я думаю. Если потушить, хлам.
Это, наверное, это бочка, да? Ну да. Вечивается. Хлам. И еще. Блин, ну по идее все. По идее тут больше хлама нету. Интересно, тут всегда ночь? Наверное, всегда. Чтобы было так угрюменько. Using the water tank to put out the fire. Pure genius. Woo-hoo! Here, take old bug spray. Cause of this chaos. А, установить в поезде. Это оружие на поезде будет. Блин, печальненько. Я думал, это у нас будет оружие. Так, ну я имею в виду в руках. Что тут? О, хлам. Больше ничего нет. Ну, сарай, в принципе, целый остался, так что ему устраиваться не надо. Тут ничего нету. Не, ну его нафиг как-то, знаете, на поезде как-то поспокойней. Ну, мне кажется, к этому Чарльзу то, что он будет выскакивать, наверное, где-то в резках появляться в разных местах. А так, мне кажется, спустя какое-то время прохождения, то он уже становится не страшным. То он и сейчас не страшный, но просто. Угу. Лихофос, урон такой, дальность, замедление, скорострельность. Угу, и сразу этот. То есть это получается, мы им замедляем, а этим наваливаем, да? Понятно. Так. Едем на основное задание. Всего лишь 100 метров назад. Уже можно тормозить. Смотрите, оп, идеально. У меня просто талант. Сразу вижу хлам. The monster hunter has arrived, I see. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Dispersed around the island are three eggs. Locked in the island's three primary mines. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Unfortunately, the mining company owner, Warren Charles III, has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. I've marked the entrance on your map. Mm-hmm. В общем, по истории, значит, для того, чтобы вызвать этого паука Чарльза на бой до конца, нам нужно в шахтах, которые раскиданы на острове, найти три яйца специальных, потом разместить их в храме по центру. В каком-то, короче, храме, который находится в центре острова. И тогда мы сможем призвать его на смертный бой. И будем биться с ними до последнего. Хозяин шахты. Всех этих шахт, которые на острове, пораставлял вооруженную охрану. Для того, чтобы охранять эти яйца. Сейчас поедем, посмотрим. Что там за охрана. Но я так думаю, что с охраной драться нельзя будет, потому что наш в шахте находится. Мы же их на паровоз не выманим. Наверное, придется просто скрываться от них. Рано. Извиняюсь. Где-то метров за 70 надо ставить тормоз. Угу. Вон и шахта. Так. Сначала пойдем посмотрим, что здесь справа. Меня интересует хлам.
Вижу. Записка. Южная шахта. Рапорт. Неделя первая. Работа движется бодро. Мы даже обнаружили признаки богатой жилы. Инструменты добротные, и мы почти закончили делать укрытие. Мы здесь совсем недавно, но уже начали осваиваться. Вырабатывать ритм и расписание работ. Где будут шахтеры, наверное, жили. Так как времянка их не. Точнее, их времянка, я извиняюсь, ребята. Но неправильно этот. Тут ничего нема. Ну, чуть не пропустил. А здесь? Такое ощущение, что будто по траве кто-то идет за мной. Кирка. Кто-то дождь еще так капает. Или все-таки кто-то идет? Нет, никто не идет, хорошо. Так, а вот в шахту. Открываем его. Вагонетка. Срочное донесение господину Уоррену. При разработке самого дальней штольни за проломленной стенкой мы обнаружили большую пещеру. Тут творится что-то странное, но мы ничего не понимаем. Мы просим господина Уоррена прибыть на южную шахту как можно скорее, чтобы определить наши дальнейшие действия. Юджин, горный мастер. А, Юджин, тот, который дружочек наш, который погиб. Незаметность. Выглядывайте, чтобы шпионить за врагами. Ага, понятно. Где враги? Тут тупик вообще. О, сундук. Блин, опять эта хрень. Я думал, она уже закончится, больше не будет попадаться мне. Можно было бы с первого круга это все делать, но блин. О! Банк с зеленой краской. Используйте ее, чтобы перекрасить поезд. Отлично. Только об этом говорили. Хлам. Какие-то такие испарения. Слизь какая-то. Или это вода нездоровая. Хрень, короче. Интересно, туда можно спрыгнуть? Ну, пока коридор ведет сюда. Чё? О, ты кто? Бля, ты... Ты чего, блин? Яйцо! Хватай яйцо, беги, 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 беги! Он где-то за мной, наверное, да? Ни хрена себе. Пошел нахер. Главное жить по принципу бери, беги, хватай, хватай, беги. Так, выход там, наверное. Ничего ты, что ты мне сделаешь, пес смердячий? Как его замансил? Все. Еще и хлам на обратном пути подберу. И еще вот этот. Фа-фа. Все это мы задание выполнили. Блин, нам бы вернуться. Бо что мы вот тут пропустили. Дополнительное задание. Остановка. Поехали назад. О, а тем временем в зелененький его перекрасим. О, а это уже, я считаю, так пободрее будет. Затюнинговали нашу тачку, так сказать. Что он там не выбежал с нами разбираться? И гол. Какие-то звуки непонятно странные. Мы за пулемет сядем. А, так я могу вообще крутиться даже. Вот. Вообще как угодно могу крутиться. Мы сейчас возле этой халабуды встанем.
Вот так мы возле этой халабуды станем и, наверное, на этом закончим наше прохождение, наш такой небольшой краткий обзор. Кстати, мне нравится, мы покрасили в зеленый и ржавчина пропала. Вот что значит свежая краска и покрашена с душой, сознанием дела. Ребятки, спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, опять же повторюсь. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы смотрите видео, а вы лучшие. Почти. Всем пока и до скорых встреч.